Ночная рыбалка на кальмара с Леонидом Рождовым. Леонид, расскажите, пожалуйста, нам про рыбалку. Знаете, у меня сейчас очень важный процесс. Идет подготовка к рыбалке. Это самое... В первую очередь мы что сделали? Конечно же, пришли на середину буквально открытого моря. Естественно. После чего выкинули лампы. Прошу обратить внимание, лампы. Специальная лампа, чтобы знали, кальмары ловятся на свет. Вот сейчас Шерп готовит специальное оборудование. Это удочки. Я бы сказал, кинги. Почему-то они привязаны на канистру, что, надо сказать, меня удивляет. Это он проверяет. Вот спиннинги. А, спиннинги, да. Прошу прощения. Спиннинг. Показываю спиннинг. На спиннинг специально есть специально. Важливка в виде рыбки и снизу штабель ежика. Ну, куда крючком. Пытаюсь показать. Крючок в виде ежика, все как положено. Видимо, на него и ловится кальмар. Дальнейшее нам пока неизвестно, поэтому... Кальмары плавают стаями. Во время рыбалки забрасываются удочки в разные стороны. Вот, например, наши коллеги по рыбалке уже закинули удочки. Видимо, знают, как это делать. Кроме того, сейчас мы находимся с вами над тем местом, где затоплен большой американский рек. Вот видите, обозначено это место буйками. Вот они уходят далеко-далеко. Далеко. Рек примерно 140 метров в длину. Затоплен он был специально здесь по заказу Министерства туризма Таиланда для того, чтобы привлечь дайвера. И сейчас часть людей, которые были с нами на корабле, отправились на ночной дайв для того, чтобы посмотреть на затопленный корабль. Ну, а мы пойдем рыбачить.